В здании администрации состоялось 36-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Народным избранникам предстояло запустить процедуру проведения конкурса на должность главы муниципалитета в связи с отставкой Дмитрия Оборенова по собственному желанию. 8 октября в Совет депутатов Ленинского городского округа, напоминаю, поступило заявление Оборенова Дмитрия Александровича о досрочном прекращении полномочий главы Ленинского городского округа. И переходим как раз к первому вопросу повестки о досрочном прекращении полномочий главы. Депутаты проголосовали за прекращение полномочий большинством голосов. Стоит отметить, что на заседании присутствовал временно исполняющий полномочия главы Алексей Спасский, ранее уже занимавший этот пост. А я точно ничего не успел отвыкнуть, но успел соскучиться. Поэтому спасибо, что пригласили. И очень надеюсь, что нам предстоит и удастся сделать еще много-много всего полезного на благо Ленинского городского округа. Спасибо. Депутаты утвердили положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы. Данным проектом решения предлагается объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы, определить дату, время и место проведения конкурса, срок и место приема документов на участие в конкурсе, состав членов конкурсной комиссии, дату, время, место заседания конкурсной комиссии, срок и источник опубликования объявления о проведении конкурса. В соответствии с данным положением, 3 члена конкурсной комиссии назначаются по согласованию с губернатором Московской области, а другие 3 представителя назначаются решением Совета депутатов. Настоящим решением предлагается назначить членов конкурсной комиссии Пикуля Виктора Петровича, председателя Московской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, начальник правоуправления Шевлякову Любовь Вячеславовну, Авдеева Григория Александровича, председателя общественной палаты Ленинского городского округа. Депутаты проголосовали за данные кандидатуры членов комиссии. Проведение конкурса назначено на 8 ноября. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.